Приветствую всех на канале Эльфика Плей, с вами Эльвира, и мы продолжаем проходить Хаус Флиппер, и, конечно же, мы должны сделать задание. Сколько у нас денег-то хотя бы? 47 тысяч, ничего себе, какие мы богатые. Так, у нас есть почта, Luxury DLC, у меня нету Luxury DLC, вы что, ку-ку, что ли, с ума сошли? Я очень прошу не предлагать, я заплачу, хочу использовать твоими услугами по ремонту дома, мой слот, необходима дополнительная ванная комната и мастерская. Так, подождите-ка, давайте-ка мы сначала хотя бы что-то сделаем в этом доме, потому что у нас тут черти что вообще творится. Так, нам надо, наверное, покрасить стены, потому что вроде как мы не умеем укладывать пока что эти несчастные обои, поэтому давайте-ка мы, наверное, все-таки покрасим какие-то хоть стены. Так, стены, какой цвет можно здесь покрасить? Я даже не знаю, если честно, хотелось бы в какой-нибудь, может быть, светленький такой, освежающая мята. Давайте-ка, может быть, зефирный шалфей. Давайте посмотрим, что это у нас за зефирный шалфей такой интересный. Ну-кася. Ой, как мы долго еще красим. Слушайте, а давайте-ка такой цвет сделаем. Чё б нет, освежающий. Как жвачка, мята такая. Так, ладно, красим быстренько, вертим. У нас, по-моему, по два же вроде как можно красить. Ну-ка. Нет, по одному. Я еще не прокачивала, обалдеть. Я думала, я уже тут прям самая прокачанная. А нет, оказывается. Шиш нам с маслом. Так, давай-ка, крась. Красим. Блин, здесь такие прикольные обои. Типа, он шероховат. Такие обои, краска. У меня в подъезде просто такая же краска. Она, короче, прям вся... шероховатая. Так, вот, новое очко. Расход меньше, покраска быстрее. Красьте вот две стены. Ой, стойте. У нас там что-то еще. Требования заказа, платеж, большие шансы на торгах. Давайте-ка торги. Может быть, мы в скором времени купим хоть какой-то домик и также его продадим. Ну, наверное, первый дом, который мы продадим, будет именно вот этот. Не знаю, кто его купит. Хотя, в смысле, кто его купит? Нормальный, красивый домик. Я бы здесь пожила одна. Ну, тесно, конечно же, но в тесноте да не в обиде, как говорится. Поэтому что нам возникать? Дом есть, крыша над головой есть. Ладно, что еще надо для счастья? Так, ладно, красим. Вот эту вот стадобищу, обшарпанную какими-то волками. Походу, из Sims оборотень прибежал, короче, сюда. И здесь нам попортил вот эту дверь. Ну, давайте, наверное, все стены, получается, покрасим таким цветом. Хотя можно было бы какой-нибудь выделить более светлым или белым. А то как-то у нас получается слишком уж мятная комната. Так, ладно, пока что красим. Не волнуемся, красим. Сейчас уже краска закончится. Придется, наверное, покупать еще одну. Вот, не знаю, от кого достался нам этот домик, но сам по себе дом, в принципе, неплохой. Я уже говорила то, что, в принципе, одному же здесь жить очень даже неплохо. Правда, куда здесь кухня поместится? Ну, с другой стороны, нафига нам кухня, если мы такие вот деловые и всегда работаем, практически дома не бываем. Так, давайте-ка, наверное, вот это вот тоже закрасим. Не будем белой краской выделять. Закрасим сразу такой вот мятный тоже. В принципе, неплохо смотрится. Так, ладно, это мы тоже закрашиваем. Я думаю, то, что внешним фасадом мы займемся, скорее всего, напоследок, когда научимся класть панели. В ином случае... У нас сейчас нету такого навыка, и мы не сможем ничего с этим поделать. Так, ладно, красим. Прошло фиг знает сколько времени, а мы до сих пор красим. Ну, покраска дело такое достаточно не быстрое, я бы сказала. Поэтому, что тут удивляться-то? Все, все покрасили.
Да, все по крастелям. Я, кстати, сама тоже делаю ремонт сейчас. Ну, как делаю? Ой, где дверь? Делала ремонт на даче, получается. Клеили обои. Это было, конечно же, что-то с чем-то. Они не клеятся ни хрена, потом там какие-то пузыри вечно появляются. Но потом, кстати, они все-таки ушли. У нас сколько здесь дверей сделали, обалдеть. Так, ну давайте-ка, наверное, возьмем какую-нибудь обычную комнату, эту дверь, одну белую вот эту вот, например. И мы ее, естественно, поставим. А как она должна стоять-то? Вот так? Ой. Ломаем. Да, наверное, так все-таки должна стоять. Блин, а нам теперь краска нужна. Что-то мы вот здесь вот все сломали. А погодите-ка, что это я сделала? Ку-ку, что ли, совсем? Это межкомнатная. Боже мой, это же межкомнатная дверь. Блин, а что вы мне не сказали? Да я ее ставлю. Вот, входная-то. Да. В этом вся я. Зря только сломала стену. Вот, нам вот эта входная нужна. Так, а получается, куда мы ее ставим? Мы, получается, ее ставим вот так вот. Правильно? Ну да, там с внешней стороны должен быть колокольчик или что там. Так-с. Ну вот, совсем другое дело. Правда, она у нас куда-то туда ушла немножко. Ну-ка-ся. Да, вот уже неплохо. Совсем-совсем неплохо. Так. Какие нам надо здесь поставить полы? Ванную мы пока что не трогаем, хотя двери я бы все-таки поставила какие-нибудь. Можно или такую какую-нибудь, можно вот такую узкую, или вот такая, кстати, у нас есть. Вот, давайте вот такую поставим, белую тоже всю. Здесь вот мы сделаем белое, чтобы нам, за нами там не подсматривали, хотя мы живем одни, в принципе. Там за нами будут смотреть. Во, вот так вот нормально. Ну-ка, да, нормалек сойдет. Так, что нам надо еще? Пол. Пока не забыла. Нам нужен пол, пол и потолок. Что-нибудь красивое. Кстати, серые панельки у нас есть. Белые панельки. Давайте белые панельки сделаем. Будем по классике делать. Все белое, бирюзовое, непонятное, мятное. Ну вот, уже вполне себе неплохо. Так, дальше нам надо... Нам надо, наверное, сразу стол купить, рабочее место. У нас получается декор. Какой декор? Мебель. Господи, боже мой. Нам нужна... Кабинет нам нужен. Какой-нибудь столик письменный. Такой, в принципе, есть неплохой. Главное, чтобы они были у нас небольшие. То есть нам большой не нужен. Такой вот деревянный есть за 70, кстати. Может быть, такой поставим? Нет. А, подождите. Белое дерево. Ну-ка, давайте-ка глянем. Правда, он мелковатый какой-то немножко. Но, с другой стороны, нахрена нам какой-то громоздкий большой. Зато места будет больше, правильно? Вот так вот поставим. Далее нам надо... Как отсюда... А, вот так вот отсюда выходить. Кресло нам надо какое-нибудь красивешное, удобное, чтобы попка была как нужно. Ортопедическое какое-нибудь. Ну, или офисное поставим, или вот такое вот. Ну, такое что-то не знаю. У нас все-таки не стример какой-то живет. Мы все-таки работаем дизайнером, поэтому давайте-ка светлый офисный стул. Блин, а у нас нету, наверное, да, такого же цвета, я так понимаю. Яркий. Кстати, вот есть вот такой вот. Блин, он немножко по цвету не подходит. Но с другой стороны... Нет, давайте-ка, наверное, все-таки не этот. Какой этот-то? Давайте-ка, наверное, может быть, такой просто белый. Ну, давайте-ка такой, только белый. Правда, он, мне кажется, немножко громоздкий. То есть, он туда вон не заезжает. А вот те вон, скорее всего, заезжают, да? А чё он такой же? Он такой же. Офисный стул. Да, нормально. Светлое офисное кресло. О, кстати. Нет, все равно не подойдет.
белый металл, можно серебристый какой-нибудь, белый, такой вот серебристый, и здесь тоже серебристый. Ну, не знаю, ладно, пофигу, пускай такой стоит, нам не жалко. Так, дальше нам нужен склад, склад, здесь можно какие-нибудь книжечки, не знаю, поместится они сюда или нет, может быть такой вот деревянный комод какой-нибудь взять, тоже белое дерево, вот так вот как бы, чтобы у нас здесь какие-то документики хранились, оп. Ну и вот, совсем другое дело, правда его можно чуть-чуть вот так вот подвинуть, хрен с ним, пускай так стоит. Такие комоды, я думаю, у нас уже не поместятся. Правильно я понимаю, да? Такой комод у нас никуда не влезет. Ты какой-то слишком жирный. Хотя можно было бы вот так вот на самом деле поставить. А этот подвинуть сюда. Ну ладно, мы не будем загромождать. Все-таки у нас комната-то на самом деле маленькая, поэтому зачем нам это надо? Давайте-ка, наверное, декор, подвесные картины, стоячие украшения, вот какие-нибудь такие. Скульптуры, чашки разные. Глобус можно поставить, роза, напольная решетка. Нафига она нам нужна? Вазы, складные экраны какие-то. О, курица! Курица, давайте статуэтку собаки по... Да, курицу. Курица у нас моднявая, прям я не могу. Так, а здесь у нас что, белое? Это у нас получается стеклышки. Не, курица, ты какая-то слишком здоровая для курицы. Так, скульптуры. А у нас что же, тут нету ничего? Камины, зеркало, пол, растения. Растения тогда придется, что, маленькие, мини какие-то эти, цветочки, кактусы, папоротник, можешь папоротник поставить, ну, да, пускай папоротничек стоит, здесь вот папоротничек, а здесь вот, кстати, можно поставить вот этот вот, как раз мы его вот таким вот сделаем, оп, оп, мы его вот так вот поставим. Пускай он у нас ползет. А тебя мы тоже вот так вот. Ну, сойдет, пофигу. Не по фэншую, ну и ладно, ничего страшного. А что у нас тут нету? Ни книг, ничего. Что-то какие-то вазы одни, да и ширмы. И все. Так грустно. Сантехника, выживание, аксессуары. А, наверное, аксессуары. Что это я? Вот, офис. Давайте-ка мы, наверное, сюда поставим органайзер какой-нибудь. Тоже, скорее всего, светлый. Что-нибудь этакое красивое. Здесь мы тоже такой вот серебристый возьмем. Зеленый карандашик. Какой будет у нас желтый, красный. Покупаем, собственно. Ставим сюда вот органайзер. Чтобы у нас было, потому что мы же все-таки будем там что-то писать или еще что-то делать. Какие-нибудь папочки можно. Они у нас лежат или стоят? Нет, они у нас стоят, получается. Стоят, стоят. Тогда мы тебя уберем. А вот тебя мы вот сюда вот запхнем. Так, какую-нибудь зеленую папочку можно вот такую. Она у нас, правда, пустая. Ну, а кто говорил? Кто говорил, что она должна быть полная? Так, блок стикеров для заметочек. Какие-нибудь заметочки будем писать. И вот разные какие-нибудь цвета наберем. Не будем прям особо думать, что нам там делать. Тоже вот сюда вот положим. Немножко создадим такой вот уют небольшой. Так, куда ты там полез? Давайте-ка, наверное, какую-нибудь... Вот такую папку тоже возьмем. Ну, вот так вот сойдет. Будем думать, что у нас там какие-то свои документы. Подвесной держатель для документов. Белый. Серый. Ё-моё. Вот это документ. Ну, вот так вот повесим. Даже, наверное, можно куда-нибудь вот сюда вот. Так, оп.
Нормалек, сойдет. Так, и нам нужны особые предметы. Это нам не надо. Хобби. Хобби. Книги какие-нибудь. Книги вот некуда ставить. Куда мне вас ставить, книги, мои дорогие? Куда мне вас ложить? Ну, пускай там лежат. Нам нужны с вами контейнеры. О, кстати, давайте возьмем вот это вот обычное офисное. Офисный вот этот мусорный бак. Корзинку. Далее, даже, наверное, можно было белое. А, нет, подождите-ка, оно не белое. А есть какой-нибудь белый у нас? Пластмассовая мусорная корзина. А, наверное, здоровая, да? А, нет, давайте-ка такую лучше возьмем. Хотя вот это вот, знаете, добавляет какого-то антуража такого небольшого. Вот так вот поставим. Ну чё, дальше нам надо декор. Нам нужны... Где у нас находится, собственно, освещение, праздничная сантехника, аксессуары? А где у нас находятся окна? А, вот шторы и жалюзи. Я вот не знаю, на самом деле, что сюда бы использовать. Наверное, вот такие вот шторы повесим. Как раз белые сойдут. Потому что жалюзи здесь как-то, ну, не очень, наверное, будут смотреться. Хотя я помню, когда я только первый раз играла, я вешала жалюзи, потому что у меня не было тут ничего другого. Дальше, наверное, мы с вами... Так, все, здесь мы с вами все облагородили, сделали такое красивое местечко. А здесь нам вообще нужна батарея. Давайте-ка мы, наверное, ее продадим. Кстати, раньше, по-моему, ее нельзя было продавать. То есть ты делай, что хочешь, вообще занимайся, чем хочешь, но сюда ты не поставишь свои какие-то штуки и не удалишь. Так, а нам нужна спальня, нам нужны кровати и желательно какую-нибудь односпальню. Подъемная кровать, какое-нибудь односпальное место. Такое у нас, кстати, есть. Блин, она, правда, без головы. Будешь тупо башкой биться. Такое есть. Ну-ка, это у нас большое. Блин, ну там, смотрите, она будет на окно заходить. Это как-то не камильфо. А так у нас больше здесь ничего нет. Ну, наверное, придется все-таки вот такой вот брать. Правда, постельное белье у нас какое-то весьма специфичное. Ящик мы белый возьмем. Купить. А ну-ка сядь. Так, нет, наверное, придется все-таки белое брать. Вот такое вот. И чпоньк. Нормально. Ну, сойдет. Башкой не будем биться. Будем ложиться аккуратно. Туалетные столики. Туалетный столик, прикроватный шкафчик. Вот прикроватный шкафчик, не знаю, поместится он сюда или нет. Вот ты у нас большой. А нет, ты совсем мулепусечка. Совсем-совсем мулепусечка. Ну давай мы тебя поставим. Прям вот так вот. Странная конструкция. Но смотрите, зато вот сюда вот можно, например, убирать постельное белье. И все у нас красиво. Дальше нам нужны с вами кухня. Нам нужна кухня. И желательно какая-нибудь маленькая кухонька, потому что у нас тут места, конечно же, совсем-совсем нету. Можно такую вот современную какую-нибудь кухню поставить. Тут у нас что хотя бы есть-то вообще? Давайте мы посмотрим, в принципе, какая она у нас есть. Нет, не помещается, ребята. Кукиш, сказала нам игра, сказала до свидания. Походу... Придется самим все-таки ставить. Видите, они все по три ящика идут. Поэтому нам нужен кухонный гарнитур. А у нас есть напольные шкафчики. Вот, напольные шкафчики. Какие-нибудь современные. Вот, да, вот такие вот нам прям супер будет. Потому что у нас тут все-таки современная такая. Достаточно современный ремонтиц. Блин, а нету такого цвета. Представляете, нету и все. Все белое делать как-то скучно, мне кажется. Здесь тоже нет. Может быть, здесь что-то будет?
Вот он тоже, на самом деле, такой достаточно яркий сам по себе. То есть, скорее всего, нам придется с вами ставить более белый такой цвет, потому что здесь никакого больше и нету. Это очень и очень печально. Так, такие ящики, они очень большие, как по мне, это тоже не подходящие. Здесь тоже что-то не то. А такие? Нет, давайте, наверное, все-таки вот эти вот ящики, которые у нас одни из самых первых были, это вот эти. Ну, придется тогда белый ставить. А что делать, ребят? Ничего не поделаешь. Матовый белый. Давайте-ка матовый белый поставим. Ой, у нас уже солнышко садится. Все, караул. А куда нам холодильник пихать, кстати? Я вот только сейчас поняла. Нам некуда будет пихать холодильник. Холодильник, холодильник. Электроника. Смотрите-ка, у нас есть прям вот такие вот ящики хорошие. Такой вот у нас холодильник, холодильник, холодильник. Какой-нибудь надо, скорее всего, маленький. То есть у нас здесь большой не поместится. Просто он возьмет и не поместится. Ты у нас маленький. Ну, ты у нас не сказать, что прям маленький, конечно. Ну-ка, от тебя. Блин, он чуть-чуть будет задевать. В принципе, кстати, его можно как-нибудь вот так вот уместить. Правда, неудобно, наверное, будет. Ну, почему он не помещается идеально прям вот так вот? Но, с другой стороны, он, наверное, не прям уж сильно будет мешать. Давайте-ка мы пока что его, наверное, оставим. Потому что мне кажется, что остальные, они у нас тоже достаточно такие здоровые. Вот ты у нас какой? Хотя, может быть, у нас вот этот вот поместится. Давайте-ка мы вот этот передвинем. Да, ребята, вот этот у нас помещается. Давайте тогда, наверное, такой возьмем. Вот мы его возьмем белый, матовый белый, потому что у нас все матовое. Он у нас, конечно же, такой достаточно, я бы сказала, не похож на холодильник. То есть у нас очень громоздкий какой-то. Но, с другой стороны, чего бы нет. Холодильник есть, и ладно, что еще надо. Так, давайте, наверное, посмотрим сразу с вами напольные шкафчики. Но единственное, я хотела бы взять какой-нибудь пообширнее такой же напольный шкафчик. Потому что этот у нас очень и очень маленький. Вот какой-нибудь вот такой вот мы возьмем. Тоже у нас пускай будет все белое, матовое. И, наверное, мы его как? Куда? Как куда мы его? Куда мы тебя встроим-то, дорогой ты мой ящик? Ну, в принципе, можно поставить вот сюда. А вот сюда вот мы с вами поставим как раз-таки маленький, который у нас тут был. Вот этот вот. Чуть такое. Давайте вот, наверное, в эту сторону. Здесь у нас все матовое. Или в эту? В эту. Давайте в эту сторону. Ну, пускай так стоит. Так, нам нужна плита. У нас, правда, будет без этой самой. Без чего у нас? Я уже забыла, что хотела сказать. Без духовки, потому что духовки у нас все, скорее всего, большие очень. Хотя вот это вот можно было бы вот сюда вот впихнуть. А давайте посмотрим, какие у нас раковины. Какая у нас раковина? Так, сантехника, раковины. Наверное, они не здесь даже находятся. Наверное, не здесь. Так, мебель. Кухня, электроника, другое. А где у нас раковины? На кухне есть раковины вообще? А, ну вот, функциональные шкафчики. Скорее всего, здесь, да? Блин, они большие. Нафига ему раковина? Можешь посудомоечную машину вставить? Но с другой стороны, зачем?
Блин, ну здоровая бандура вот эта вот. Где есть-то готовить? Дофига нам такая раковина? Хотя можно ее было бы туда впихнуть. Неужели у нас тут нет нормальной раковины? Так, раковина, 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 ракушка, ракушка, сантехника. Здесь серьезно нет нормальной раковины. Не, ну вы представляете, как жить-то теперь? Это тоже достаточно здоровая такая. Сейчас подумаем. Так, ну что, вешаем шкафчики, собственно. Не томим. Раз. Два. И трис. Ну, пускай вот так вот будет. Убрала отсюда, короче, я это окно дебильное. Нет, наверное, все-таки. Оп. Во, шикардос. О, смотрите, здесь даже вытяжка вытягивается. Обалдеть. Так, убрала окно, переставила, короче, его вот сюда. Оно было у нас вот здесь. Вот это что такое? Это, наверное, вентиляционная решетка. Так, поэтому у нас теперь кухня вот так вот выглядит. Ты что такое? Ты давай-ка иди отсюда. Все. Бело, конечно, у нас здесь очень. Ну, а что поделать? Как иначе-то жить? Наверное, нам надо с вами сразу же сделать шторы такие же, получается, чтобы мы с вами потом с этим не возились. Сюда и сюда их делаем, устанавливаем потихонечку. Вот, ну, светлая достаточно квартирка будет нормальная. Мне очень даже нравится. Слишком, конечно, светло кажется, как будто бы, но зато как бы современно и красиво. Так, дальше нам нужен какой-нибудь стол, потому что нам надо где-то ням-ням делать. Так, мебель. Нам нужна столовая. Кстати, вот такой вот стол у нас есть, но он, конечно же, очень большой. То есть хотелось бы что-то поменьше. Барная. Такие столы у нас есть. У нас, по-моему, стульев больше, чем столов. Так, круглый. Блин, а давайте все-таки посмотрим, он большой у нас или что? Блин, ну ты, конечно, прям, я не знаю, куда тебя оставить, ты громила. Можно, кстати, и вот такой вот поставить. Почему бы и нет? Вполне себе неплохой столик. Кушать можно и ладно. Так, дальше нам нужны стульчики, стульчики, стульчики. Надо подобрать какой-то идеальный цвет, подходящий к нашим стенам. Я боюсь то, что мы такой не найдем. Здесь нас нету, здесь нету, здесь дерево. И что, нам опять белое брать, что ли? Чё, нам опять белое? Что, издеваетесь, что ли? Можно и такое, в принципе, но, знаете, у него ножки черные, мне кажется, не совсем подходит под наш интерьер, так сказать. Такое у нас еще есть, вот такие всякие. Ну, конечно же, можно изменить цвет стен, чтобы мы особо не парились, но сейчас, конечно же, займет уйму времени. Хотя я могу, в принципе, и сама тут сейчас быстренько поменять что-то. Потому что-то тут у нас нету прям подходящих под стены. Прям совсем нет такого же цвета. Можно что-нибудь просто самим подобрать. Такие, такие. Или же все-таки белые взять. Не париться и взять белые, может, реально. Ля-ля-ля. Руля-ля. Тополя. Вот такие вот дела. Так, ну это надолго, я так понимаю. Какой-нибудь надо стул. Стул, 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 стулыч. Мне на самом деле нравится вот что-то по типу такого. Вот такие вот типа стульчики. У нас белый, да? Блин, ну все белое, конечно, такое себе. У нас, я не знаю,
глаза потом будут как не знаю что. Можно, в принципе, с узорами взять. Ну, с узорами, не знаю. Какая-то бабушкинская, что ли, получается. Это как-то совсем-совсем не то. Все, у нас здесь одни и те же узоры везде. Одни и те же узорчики. Можно, кстати, вот такой вот цвет какой-то сделать. И раз. Вдруг к нам в гости придут, поэтому надо два стульчика, наверное. Такой цвет. А может быть серый? Слушайте, ребята, может быть реально серый взять? Давайте-ка, наверное, возьмем такой вот светло-серый. Чтобы особо не повторяться. Ну давай, вертись, алё. Что с тобой не так? Ну вот так вот сделаем. Окей. Нормально, сойдет. Так, и дальше нам надо какие-нибудь опять украшения. Барные стулья нам не нужны. Здесь тогда, может быть, нам стол сделать какой-то серенький. Какой-нибудь серенький. Блин, я бы на самом деле лучше бы взяла квадратный стол, но что-то я вот тут... особо не наблюдаю. Квадратный стол. Блин, ну... цвета не очень подходящие. Давайте-ка здесь посмотрим столы. Может быть, ты у нас какой-то серый бук. Белое дерево. Ну, нет. Ты такой, ты что такой здоровый-то? Я не могу понять. Зачем ты мне такой нужен здоровый? Наверное, здесь нету маленьких, да? Ну, да. Давайте тогда посмотрим вот этот, который мы взяли. Единственное, возьмем, может быть, какой-нибудь светло-серый, что ли, вот такой вот. Или такой. Давайте такой, короче, ставим. Чё париться? Я не знаю. Чуть такой. Свет. Нам нужен свет, кстати, да. Нам нужно освещение. Ну что ж, я закончила ремонтиться, и давайте покажу вам, что получилось. В итоге все переделала, и, ну и, конечно же, опять добралась до своего любимого стиля, как не стиля, как это называется-то. Ну, короче, я люблю, когда так сделаны квартиры, дома, и, в общем-то, сначала хотела делать яркую, но потом решила сделать все-таки черно-белую комнату. Ну, вы меня знаете, наверное, то, что, может быть, кто-то видел уже, что я делала такой похожий ремонт. Но надеюсь, то, что в следующий раз я все-таки смогу сделать более яркий ремонтец, но в итоге посмотрим. В общем-то, мы заходим. Поменяла, кстати, свет на более темный, такие вот голографические. Ну, вы поняли, вот эти лампочки красивишные. Тут у нас дверь немножко... ходит куда-то, ну ничего страшного. В общем-то, здесь у нас стоит холодильник, решил его белым оставить. Здесь можно там взять, покушать. Здесь вот такая вот кухня, достаточно просторная, маленькая, но вместительная, в общем-то. Здесь такие вот разные штучки, тоже можно выключить все, включить и тому подобное. Вот. Далее у нас вот такой вот рабочий кабинет, такая мини-рабочая зона. Здесь можно посидеть, там позаниматься своими какими-то делами, поработать. Вот такой вот шкаф, достаточно вместительный. То есть, да, можно достаточно много одежды засунуть, здесь повесить, там положить. Все есть у нас. Добавила гитарку, может быть, мы там или будущие покупатели этого дома, или мы там интересуемся музыкой. Вот такие вот картинки, кондиционер, конечно же. Куда же нам без кондиционера? Единственное, что я забыла добавить, это батарею. Ну, будем греться, не знаю, чем-то, обогревателем каким-то. Нет, подожди-ка. Здесь у нас такая вот спальная зона. Здесь можно поспать, отдохнуть, почитать любимые книги. Такой вот хомячок у нас красивишный. Тоже здесь лампочка. Здесь у нас можно покушать спокойно, посидеть. Здесь у нас соль, сахар, кофе, чай. То есть, если что-то надо, здесь может быть какие-то... еще что-то будет там, чай, может какой-то, или просто вазочка, там цветы, если нам будут дарить. Хотя не знаю, за кого мы играем, за девушку или за парня, но будем играть типа за девушку.
У нас много ящиков разных, тоже можно сложить посуду, здесь там тоже что-то положить. Не знаю, зачем нам такая большая раковина, но ладно, пускай будет. Ну что, ребята, вот такой вот у нас ремонт. Напишите, пожалуйста, как вам нравилось лучше, потому что... Больше, потому что мне нравится и как сейчас выглядит, но единственное, что меня смущает, это слишком белые тона. То есть, зная, когда я прихожу в какое-то либо помещение, и оно достаточно, знаете, такое светлое, белое, то есть это... достаточно давит на глаза, у тебя потом как-то неприятное такое ощущение, но все-таки это игра, поэтому мы не будем на это обращать внимание. И, в общем-то, вот так вот. Напишите, пожалуйста, как лучше было сделать... Да, кстати, добавила звоночек. Более яркие тона или же все-таки вот так вот вам тоже, в принципе, нормально. Ну что, ребята, не забудьте поставить лайк, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, которые, конечно же, будут потихонечку выходить. Ну а я буду с вами прощаться, увидимся уже в новой серии. Всем до скорой встречи, всем пока-пока! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back.